Да, ребята, отжали раз у русских братьев вот такие аппарат. Трохи він стоїть денег, наверное, полный боевой. Будем надеяться, что больше він не будет стрелять по мирным людям украинским. И что ці русские, сука, блядь, загарбники отхватят такой пизды, что больше им никогда в жизни не захочется, блядь, идти на украинскую землю. Тут стоит ціла колона, блядь. Це ми неподалеку находимся баштанки. Там стоять колона, есть машина связистов, ще чогось непонятно, блядь. Но це, наверное, самое главное здобуток. Слава Україні! Смерть ворогам! Хай горять в пеклі!